Приветствую всех на канале GameOne. Перед началом ролика расскажу про сервер. В данный момент он PvE, но у нас была небольшая проблема с игроками, невыполнение правил, нарушение, множество нарушений было, и мы перевели сервер на PvXC, просто PvX, пока что PvX, с PvP зоной в центре. Так что, ребята, если хотите поиграть, просто жить как PvEшник, строить красивую базу, то, ребята, заходите на сервер. В данный момент видите PvE, ну вот, я сейчас поставлю спереди, вот сервер, будет у нас PvX, и заходите. Просто спокойно можете поживать, поиграть. А сейчас будем тыпаться к игрокам, всех разрешений будем снимать их базы, будем снимать админские будни, будем снимать, как игроки развиваются в общем. Ну что ж, давайте начнем. Сюда, конечно, я заранее тепнулся, надо было сначала тепнуться, потом спросить. Ну что ж, давайте спросим вообще. У нас небольшие проблемы здесь есть, в чате. Ну что ж, вот у нас здесь первый трайб. Они жили возле обелиска, возле синего обелиска, но почему-то решили переехать на... Сюда, короче, просто переехать, не знаю, как это место называется. Неопытность игры видно. Видимо, только развивается, но они хотят, чтобы я сейчас посмотрел на их базу на обелиске. Итак, вот их база на обелиске. За это место я знаю, здесь часто люди строятся, но я здесь никогда не выживал. На самом деле, я бы хотел здесь попробовать выживать. Место очень такое, знаете, интересное. Прикольно на самом деле. Можно здесь попробовать выживать. Пацаны здесь, смотрите, уже круто живут. Не знаю, почему они все здесь открыто оставили. Это же легко, можно будет с одной базукой снести. И все может просто пропасть. Не знаю, почему они так оставили, ну ладно. Ну, у них там сейф есть. Вижу, там внизу есть еще живка. Так. Да, хочет нам открыть ящики. Я, конечно, не прошу это делать игроков, чтобы не полить их лут. Но раз хочет, сам пускай. Они вроде бы как альфа на сервере. Но всех рейдят. Так, что у них есть по луту? 5к пасты выдел. Так, ну мечи они такие себе. Наверное, это хорошие мечи, не знаю, на средний сервер. Я знаю, на сложном сервере какие бывают мечи и на изи сервере, на низком. А на среднем, я не знаю, какие-то есть хорошие инструменты. Так. У них луки обычные, деревянные. Откуда-то. Так, видно, у них у всех прайм пас, раз у них седло есть на арту. Так, с броня. Я, наверное, не буду каждую броню смотреть, давайте резко. Можно будет нажать просто. Так, идем с броня. Вот, кому интересно, посмотрите просто на броню, прочность и броня просто. В основном 500-600. Ну, видимо, 500-600 это типа максимум, или 700 может быть максимум. Седло есть. Да, здесь мелочь у нас, селитра просто. Так, здесь тоже есть у нас инструменты цветные. Меч на 300 неплохо, кстати. Мне так кажется. Так, что у нас еще есть? Дай. Арбалет, 111 слабовато, мне кажется. Анцест, почему-то у них анцест инструменты слабые, чем вот работа новичка, или как там работа, вот это желтые, чем желтые у них анцест слабые. Так, здесь у нас еще станок. Ну, мы станок уже смотрели, да? Ну, вроде бы все, что можно было здесь посмотреть, посмотрели. Больше ничего интересного не вижу, стопка у них закрыта. Следующий у нас такие маленький трайб. Еще не успел нормально развиться. Живут под водной пещере. И, кстати, да, вот телепортировать ресурсы в подводной пещере и пещеры сверху я помогаю. Типа, и вы можете спокойно фармить в одном месте. И если я буду в онлайне, попросить меня или другого админа, если у нас будет желание помочь,
Мы просто возьмем ваши ресурсы и теплим к вам в пещеру, чтобы вам не пришлось париться там, перевозить все это. Так что ради удобства помогаем. Но здесь тоже база неплохая, они вот только начали, видимо, развиваться. Так, следующая у нас такая вот база. Видимо, только строится. Для чего-то еще построил вокруг вот такие фундаменты. Видимо, хочет буферную зону сделать. Видимо, хочет буферную зону сделать, я не знаю. Для чего это, но ладно. Просто по-другому тоже можно сделать. Но у каждого свой способ. Зачем ты мне рогатку скинул? Причем обычную и стоманную. Ну, в целом, тоже пацан развивается. Вот печки плавятся, здесь железо фармит. Медленно, но верно двигается вперед. Такой же маленький, такой же черный. Ладно, давайте пойдем дальше. Так, вот у нас Тед на плато. Живет на плато. Не знаю, он живет здесь или это фармплот. Ну, вот такие вот у него печки здесь по максимуму плавят. Стоит станок уже, есть Аргентавис, есть Анкила. Ну, короче, по полной программе тоже фармит металл, плавит и выживает. Так, следующий у нас Трайб и Зеро. Я думал, их бахнули, хотя не понимал, почему в ПВЕ, видимо, они просто решили здесь посносить, сделать перестановку. Просто у них шелуд на полу валялся, я думал, их реально как-то сломали в ПВЕ. Но оказалось, это нормально. Капельный дом с огромной печкой наверху. На кусочке кицаль здесь, 186 уровня. Ну, давайте пойдемте дальше. Еще одна интересная база, но здесь я почему-то попался в капкан, что для меня очень странно, я не думал, что ПВЕ капкан, вот видите, может поймать в ПВЕ, это очень странно, хотя ее можно как-то использовать, но это странно на самом деле. Я не думал, что в ПВЕ можно. У них очень крутая база здесь получилась, снизу весь лут, снимать снаружи я, наверное, не буду просто. Вот так вот он внутри выглядит. На самом деле очень так, знаете, уютно здесь выглядит. Здесь даже у них аргентависы есть. Особенно прикольно то, что вот печка внутри, все, что нужно. И при этом это не особо мешает. Да, под ногами все торчит, но мне кажется, это особо не мешает. И при этом компактно и удобно. Дом похож на сейфовый, но сказал, что он не из сейфов. Может, пока что не из сейфов, но дом крутой. Может даже как-нибудь можно будет научиться такое строить в будущем. Думаю, пригодится. Итак, следующий трайб. Снимаю, конечно, без разрешения, но все же показываю снутри. И это плот вроде бы. Или нет? Ну, вроде не плот, но все равно не показываю, где это находится. Но так что, думаю, они не будут против. Потом как-нибудь их найду. Это у нас мертвый получается. Да. А то я думал, почему я могу смотреть инвентарь. Ладно, давайте дальше. Итак, сейчас пришел к себе на базу. К моему домику. Люди как-то залезают в щель. Я не знаю, я пытался там залезть, но не получилось. А вот здесь люди прямо как-то получается зайти. Придется здесь дверь открытой оставить, чтобы... Не приходилось каждый раз их спасать. Просто спамят в чате. Еще один небольшой игрок. Видимо, совсем недавно зашел, но пока что развивается медленно. Теперь еще в плот. О, это плот? Да, у нас это у нас получается плот. Так, еще один плот. Вроде тот же самый, но я уже не помню. Еще челик с ником PowerDrish. И персонаж у меня такой же. Это очень прикольно. Здесь Аргентавис я здесь вижу. Там еще Птер томился. У них еще Кабижар есть.
неплохо. Снежные лорды. Ну, давайте пойдемте дальше. Так, еще одна база. Снаружи я не буду показывать. Покажу, что внутри как устроено, просто так. Сейчас подождем, пока дверь откроют. Так, здесь у нас получается лутовая. Да, у нас здесь лутовая, печки, ступки, верстак. Вот, скорее всего, мы не будем здесь смотреть. Так, здесь у нас... Я думал, дверь тоже откроет, но нет, ушел куда-то. Здесь у нас видим печки, и его тиммейт. Блин, все вроде смогу это сказать. Так, здесь у нас что у нас получается здесь? Там у нас уже выход, да? Ну, давайте снаружи посмотрим наживку. Так, здесь у нас Кесаль. Получается Аргентавис. 200, неплохо, кстати. И 200 же Волк. Еще Аргентавис. Но Аргентавис у них хорошие, видимо, прокачали, не знаю, как-то прям хорошие. Еще одна такая уютная, небольшая, но такая средняя база. Она, я не знаю почему, может из-за ворот, но она прям так очень уютно выглядит. Мне кажется, скорее всего, это из-за ворот. Такое чувство, что база большая, но при этом еще маленькая. Скорее всего, это из-за ворот, такая иллюзия. Но база очень красивая, очень приятная на самом деле. Еще один плот у нас с трудом зашел внутрь. На самом деле неудобно использовать полет на онлайне, онлайн-серверах. Опять же, у нас получается маленький игрок. Только развивается, но зато он на плоту будет очень легко. Так, здесь у нас еще это его, походу, томится Птер. 130, кстати, неплохой. Ну, давайте пойдемте дальше. Итак, я нашел тех типов. Но получается, что мы уже сняли базу с разрешением. У них, видимо, 3 игрока. Весело играют. Все очень круто. Ну... Почему-то тот игрок офнулся. Он очень хотел, чтобы я снял их базу, но сам офнулся. Но вот он лежит. Ничего, в следующий раз, думаю, он будет, когда я буду снимать. Его прямо недавно вот-вот пикнуло почему-то. Ну, давайте пойдемте теперь какой-нибудь еще снимем. Итак, очень долго ждал я, пока тэпнусь кому-то в пещере. Но здесь меня уже позвали в пещеру. И значит, она застроена хоть как-то. Не знаю, куда делся этот игрок, на который я тэпнулся, но он куда-то убежал. Так, с базы у меня вроде у артефакта. Идемте посмотрим. Здесь, скорее всего, не будет базы. Но здесь-то ничего нету. Итак, да, уже вижу застройка. Ну, кстати, неплохо делали. А, Мивальянс, значит, я надеюсь, не застрял на капканах. Вот такая вот у них получается здесь застройка. На самом деле, прикольно сделано. Прям вокруг артефакта. Вот здесь я пытался, кстати, залезть, но это не получается. Но на самом деле я на их месте очень сильно бы заморочился, запарился бы и очень сильно укрепил бы базу. Так, чтобы никто не смог зарейдить. На самом деле пещеры легко закрыть. Просто сложно таскать ресурсы внутрь. Это немного запарно, время уходит и это долго. Но в основном защитить базу это легко. Но жаль, конечно, что они... прям не развились слишком, они, видимо, совсем недавно зашли, застроили. Таскать ресурсы, я понимаю, сложно. Ну, давайте пойдемте дальше. Пускай они еще раз будут развиваться, надеюсь, не зарейдят. Еще один игрок просто поставил фундамент, все, что себе нужно, поставил на нее и плавит железо.
А у него еще дедиживка есть, тиранозавр. Я не буду особо вверх смотреть, чтобы не палить его местоположение. Просто буду на пол смотреть. Вот такая вот у нас получается маленькая база. На самом деле я люблю, когда есть куда внутрь зайти. Когда хотя бы маленький квадратик, я не знаю. Но есть такие люди тоже. Итак, еще одна база. Кстати, очень-очень классно поставили верстаки. Я, конечно, знаю, как так впритык поставить, но никогда не ставил. Ну, теперь буду, если понадобится. Лут они тоже не дали мне снять, но внутри у них вот такая вот база. Все выглядит очень классно тоже. Тоже очень уже развились. Скорее всего, у них даже уже турели стоят. Я сначала не понял, что здесь происходит, но потом понял, что здесь амберы фармят. Я удивился, когда увидел трупов. На самом деле, мне на сервере не запрещено фармить амберы. Это единственный способ их нормально фармить, поэтому запрещать я это не могу на самом деле. Пускай фармят. Итак, на этом я закончил. Было довольно-таки весело, но сегодня у нас была проблема на сервере. Снято это было вчера. И сегодня на сервере у нас будет официально очень долгое время PvX сервер. Поэтому застраивать артефакты запрещено, но жить в пещерах можно. Спамить тоже не стоит, думаю. И вот тут тоже мы открыли пещеру. Застраивать или что-то делать в пещерах тоже нет смысла, если вы в нем не живете. Поэтому здесь мы сломали когда. И вот на этом, думаю, закончу. Надеюсь, вам понравилось. Очень скоро буду снимать еще. Думаю, я буду очень много миски будем снимать. Так что, ребята, заходите на сервер, развивайте, снимайте. То есть, стройте красивые, крутые базы. Желательно маленькие. Тогда будет еще круто. Просто большие базы могут просто испортить сервер.